стол поставить. Так, и оденьте, сидите отсюда, не балуйте. Вот там все сидите. Работаем. 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 Там камера стоит. Сырву, стоп. Стоп. Вот это чучело сверху. А я сырву. Так, хорошо.
Хорошо. Убрали. Убрали. Все. Блин. Как всегда. Убрали маты. Убрали маты. Сейчас девочки готовятся. А еще что? Все отрубили. Нет, нет, еще не все. Брюки от этого костюма порвал, блин. Не-не-не, стол убрали отсюда. Стол вынесли туда. Вынесите просто туда, в коридор. Так. Значит, сюда, внимание. Все, пацаны построились, я сейчас девочка работаю. Мальчик, сюда, сюда. Так, сейчас. Быстрее, пацаны. Значит, так, здесь никого не должно быть. Здесь девчонки будут. Так. С братом. Так, за 30 секунд надо сколько раз делать? А? Нет. 28. Да правильно, на 10, а зачем мне меньше? Потом у вас что-то будет, и вы скажете, вот, меня то. Ты готова? Руки скрестила. Я считаю. Внимание. Жмем. Раз. Считай. Руки. Руки держи. Выше, выше. Касайся руками. Не спеши. 24, 25, 26. Стоп. 26 раз. Поменяли. Наоборот, ноги сюда, голову сюда. Готовы? Сейчас время. И хаджимы. Раз, два, три. Пять. Семь.
три раза ее быстрее. Три раза быстрее. Три раза. Не знаешь почему? Потому что ты приходишь чаще, чем она. Она полдевятого. Вот камера. Так. Ушли сейчас. Так. Юрий Александрович, посмотрите за этой парой сколько раз. Артур, вслух считаешь? Да. Считаешь вслух, чтобы я слышал. Я за ними, а ты за ними. Если плохо, то не считаю. Внимание. Время тебе, я не, сейчас, одну секунду.
один там, который сидит, посмотрите на него, он качается. А кто? Посмотрите, Иосиф, посмотрите, он худой, блин. Этот человек качается, похоже. Я болела последний день. Меня не волнует, что я болела. А если у тебя экзамен, и ты болела, что ты говоришь? Здравствуйте, я не знаю экзамен, что я болел. И хорошо, мы тебе ставим, чтобы тебя не было, ты будешь пересдавать. Вопросы есть? Приготовилась. Подожди. Готова? Начнем. Вот ты ходил, и ты готовишься бакалавр. Там тебе никто спуску не даст, там плевать. Как ты сделаешь, так и ты получишь. А потом директор мне скажет, Сергей Анатольевич, как же так? Я вас попросил, чтобы вы записывали готовку. Видишь? Не рычи. Я не лучше не сделаю. Меня не волнует. Готово? Хочу. Я не могу считать пяти, это не отжимание. Вы здесь по 100 раз делали. Так не так. Только я отвернулась, я вы уже сделали. Сто раз сделали. Вперед. Там написано так? Нет. А как? Прямыми ногами. Покажи. Все имеют ноги, я же так делала. Так я могу. Что ты? А меня так не волнует. Так я так даю, знаешь, что мы дистрофика. Для того, чтобы они подкачались. Ты работала? Нет. Вы ходите и гуляете. Вы болеете. Пожалуйста. Значит, у тебя зеро. Да? У меня 5 неправильно. Где 5? Неправильно. Так никто не считает неправильно, что ты забыл. Ну, если ты напишешь неправильно пару задач, тебе засчитают их? Ну, все неправильно. Ну, все. Что? Ну, все. Я неправильно. Вот будете со мной заниматься здесь, пока не умрете. Сюда. Сюда. Так, кто сказал сегодня? Кто сказал сейчас? Иди сюда. Да что сказали? Иди сюда. Так, девочки, вы забрали чучело, ушли, забирай чучело. Не сиди, взяла чучело и унесла. Следующие две пары вышли. Макс, вперед. Так, там. Здравствуйте, что сидим? Вот как вы занимаетесь? Готовы? Считаю слух там. Считаю слух здесь. Сейчас я время. Вроде тоже не решено. Громко считаю. Не знаю. Сейчас отдушу. Внимание. Джоэл! Да. Не спеши. Минут.
50 по 15 бросков. А что ты разрешишь? Да, согласен, браток разно. Или ты что, кто берет? А, ну хорошо, все. Берет, Рыгаева. А вот что надо делать? Бедро? Не, не то, не то, не то. Нормально, неудобно. Что делаешь? Здесь Андрей считает. Нет, ну чтоб все. Внимание!
особенно что упало. Я все помню, сколько смотрю. Так, девочка. Звони телефон, ну и пусть звонит. Ну я на работе нахожусь, жена не звонит. Это звонят бездельники, которые. Девочки, выйдите с каталочки. Так, кто у нас следующий? Девочки пока скакалки. Они сейчас не такие довольные. Такие недовольные. Давайте. Пацик. А, все, все, девочки уже вышли. Прошу вас. Кто-то там, кто-то здесь. Рафаэл здесь. Вера там. Я снимаю, что потом они сказали, что я вру. Туда, на чем-то, на чем-то. На чем-то, на чем-то, на чем-то, на чем-то. Сюда, на центр. О! Так, сколько вы должны прыгнуть? 180 на 10. Так. За минуту? Да. А что это такое за минуту прыгать? Для этого надо просто прыгать. Я прыгал 166. Только. Кто? Я. Так матрас регресс. А ты должен был перед этим месяц потренироваться. Там правильно дыхание нужно. Там правильно прыгать нужно. Расслабляться. А на матрасах трудно прыгать. Ну хорошо, я 178. Сколько вы должны прыгать? 180. Нет, сколько? Минуту, правильно? По ходу. По ходу? Кто прыгает 180, того красивый нос. Ну вот и все. Так. Да, посчитай здесь, она будет этот. Ты считай так, смотри. Она прыгает, ты просвещаешься. 10, 20, 30. 40. Так. Кто? Йосиф. Да, вот еще один сычок. Он у меня был хоть крепкий был, а сейчас я не знаю, ты что в туалете сидишь время. Посмотрите, это доктор какой. Тоже врет. Пришел в 90 не сделал. О, у меня вот пацаны не качают, сделают. А вот 90 не сделал. Я в шоке. Обещал 105. Но я сказал 100. А если я сделаю 90, как он? Да, я сделал. Что ты сделал? Там 90 ты сделал при мне? Сейчас я делаю. Вот, посмотрим. Внимание. Йосиф, знаешь, как считаешь? Про себя считаешь. Раз, один, два, уну, два, три, пару, чисть. И говоришь, зечи, дози. Хорошо? Алло. Договорились. Встань, пожалуйста, поближе к тебе, Саныч. Алло. Внимание. Джимми! Это мало, Вера, это мало. После
после лицея ты больше вообще заниматься спортом не будешь. Ни физкультурой. И ты должна выйти, быть в форме, понимаешь, чтобы у тебя на какое-то время подготовка, это касается всех, чтобы была по-хорошему. То есть тебя не очень хорошо. Отжимания вообще никак. А ты на кого-то наезжала? Я? Да, вчера. Я успокоился. А, да, наезжала. Наиграли, наезжала. Еще у вас кросс. Ну, все, кстати. Там, смотрите, 100 метров. Вы 100 метров бежите. У вас есть прыжки в длину с места. И у вас кросс. Так. Кто еще не, кто не бросал? Кто не бросал? Работает.
фильтрование росли. Так, нормально. Так, кто еще не бросал? Девочки еще хотят скакалку повторить. Может получить результат? Леша.